Сложные погодные условия и карантинный режим повлияли на урожай в Туркестанской области. Некоторые хозяйства понесли убытки. Сейчас в регионе в разгаре уборка фруктов. Так, аграрии Сарыагашского района сетуют, что рекордного урожая ждать не стоит. Главное, им удалось сохранить то, что есть. Катерина Попкова подробнее. Этот год оказался непростым для сельского хозяйства. Бекзат Юнусов вспоминает, весной неожиданно ударили сильные морозы, а затем также сильно на работу повлиял и коварный коронавирус. Этого урожая могло и не быть, говорит аграрий, поэтому в саду стараются не испортить ни одного фрукта. Потери было очень много. Вот после морозов еще град был у нас через неделю, наверное, две. По урожайности, если в целом взять, по урожайности потери были в этом году очень много. Не хватало даже сезонной рабочей силы. Границы стали закрываться, появились блокпосты. Рабочие из соседних поселков просто не смогли приехать в сад. Похожая ситуация сложилась и в других крестьянских хозяйствах. На первом этапе у нас по границе возникали кое-какие проблемы, но они были быстро решены. Но, конечно, из-за того, что вот этот период чуть-чуть был потерян, конечно, некоторые аграрии понесли определенные убытки. Из-за карантинных мер многие российские покупатели и так далее не приезжали к нам. Сейчас аграрный рынок начал восстанавливаться. Например, фрукты уже развозят по всей стране, но цены повысили. Возобновились перевозки в Российскую Федерацию. На складах продукции практически не остается. При жесткой карантине было трудности. Вот их машину не пускали в города, тогда же не работали рынки, сельхозрынки. Да, трудности были. Но все это позади сейчас. Сейчас крестьяне уже массовые, сейчас уже начинают урожай получать. Сарыагашские аграрии собирают урожай три раза в год. Помогают им в этом и новые технологии. Правда, теперь фермеры решили ратифицировать сельхозкультуры, чтобы без прибыли не остаться. Горький опыт этого года показал, что массово выращивать капусту невыгодно. Тонны урожая пропадали прямо на грядках. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Туркестанская область. Итоги дня.